Приветствую вас, Ксения. Прочитал ваш вопрос, хотел бы на него ответить. Смотрите. Мне кажется, для начала, что глобально есть несколько проблем касательно вас, которые на которые следует обратить внимание. Первая проблема заключается в том, как мне кажется, что у вас есть сложности с доверием. То есть вот сложности с тем, чтобы открыться человеку. Для вас это не то чтобы легко, во-первых. Во-вторых, после того, как вы открылись человеку, у вас появляются ожидания. Я, конечно, могу предположить, что это только с этим мужчиной происходит, но что-то мне подсказывает, что нет. Если у вас есть трудности с доверием, то они проявляются, трудности, я имею в виду, проявляются системно. И связаны в первую очередь не с мужчиной, а с вами. С тем, как вы относитесь сами к себе. То есть, если вы способны доверять себе, если вы способны доверять своим чувствам, если вы принимаете в себя полностью свои чувства и являетесь такой вот условно самодостаточной единицей, то проблем с доверием не будет. Но, смотрите, когда вы говорите, что я ему открылась, я сказала ему, что влюбилась, что мне плохо без него, у вас появились ожидания. Это раз. Второе. Не очень понятно, почему вам плохо без мужчины. И мы переходим ко второй проблеме, которая заключается в том, что вы, на мой взгляд, влюбились не в мужчину, а в его отношение к вам. То есть в его внимание по отношению к вам, в его какую-то, может быть, заботу по отношению к вам, в его поведение по отношению к вам. Вот это точно мне видится. Потому что то, что вот вам без него плохо, и то, как он себя вел с вами, постоянно писал и все такое, ну, это, конечно, свидетельствует о том, что вы больше влюбились в отношения, нежели чем в самого человека, да? Вот. Следующая проблема, на которую я хотел бы указать, заключается в том, чего вы хотите по отношению к мужчине, чего вы хотите по отношению к себе, потому что вам нужно развить отношения, но непонятно зачем, вы хотите семью, но непонятно, но тут уже ваши собственные есть страхи, ваши собственные потребности, на которые мужчина может смотреть совсем по-другому. Поэтому очень важно отделить то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для него. Вот то, что вы хотите для него, чисто и только для него, и есть любовь. По крайней мере, проявление любви. Вот. Дальше. Идем. Что касается самого мужчины, то очень похоже, что мужчина просто хочет поднять себе самооценку после отношений с женой, разрушающих отношений с женой. И ему было важно вас в себя влюбить. Нет, я не думаю, что нас обманывает, нет, я не думаю, что он вас использует прямо, я думаю, что его действительно к вам тянет, но понимаете, какая штука. Вот мне очень хочется вас спросить, я, наверное, нет. Ну, давайте вот мы сделаем так. Вот вы пишете, вы пишете и приводите его цитату. Вы пишете, он говорит мне, что его ко мне тянет. Вот как вы считаете,
Насколько хорошо это, то, что мужчину к вам именно тянут? Понимаете ли вы, что значит, когда кого-то кому-то тянет? Что за этим стоит? Давайте немножко подумайте, чуть-чуть, да? Я немножко помолчу, да? Подумайте. Хорошо ли это для отношений? Имеет ли это какую-то связь с любовью? Да? Подумайте. Как это характеризует человека? Ну, то есть, вот, мужчину, как это характеризует? Подумайте об этом. Подумайте. Там, потому что, когда человек тянет, это потребность. То же самое, что и у вас, только в меньшей степени. Вот. Поэтому ключевой момент, от которого можно опираться, на который можно опираться сейчас, это то, что вам без мужчины плохо. И это то, что открывшись, у вас появились какие-то ожидания, какие-то притязания к человеку. То есть для вас доверие, ну, означает, что вы чего-то от человека ждете. И вы становитесь уязвимы. Ну, это нужно корректировать, потому что не совсем здоровый, скажем так, вид отношений вы здесь обрисовываете. Вот. Дальше, значит, так, мужчина объясняет мне, что ревнует меня и испытывает чувство собственности ко мне. Опять же, не очень понятно, как вы к этому относитесь, потому что чувство собственничества, наверное, вы хотели сказать. Крайне тревожный знак, крайне тревожная история. Вот, мужчина действительно может вас ревновать, действительно может вас не отпускать, потому что это может задевать его эго. Вот, самолюбие. Не очень понятно, как вы это воспринимаете, в качестве позитива или в качестве негатива. То есть, как, ну, как вообще вы к этому относитесь. Дальше. Хочу понять, что мне с этим делать, если я в него влюбился. Если вы в него влюбились, вам можно делать его счастливым просто и все. Если вы его любите, просто старайтесь делать его счастливым и все. Собственно, это единственное, что может сделать человек, который любит, если он действительно любит. Проблема в том, что любви здесь очень мало. Вот в чем проблема. Чего он хочет? В свободных отношениях говорит, что нет, но и говорит, он ничего не говорит. Ну, я сказал, чего он хочет, как это видит со стороны, но здесь вы уходите в сторону погадать, потому что, как бы, консультируетесь вы, а не мужчина, и читать чужие мысли, исследовать чужие намерения третьих лиц, мысли третьих лиц, психолог не может, не имеет права. Я сожалею, что открылся, ему кажется, он хочет легкости и беззаботности в отношении со мной. А это плохо, что он хочет легкости и беззаботности в отношении с нами. Далее вы пишете, сожалею, что открылся. Вот видите? Это вот к вопросу о проблеме доверия и к вопросу о любви. Если человек любит, ему не проблема открыться. Не проблема рассказать своих чувств, не проблема делать человека счастливым. Но вы сожалеете. Что это значит? Это значит, что через доверие вы пытаетесь компенсировать то, что находится в противоречиях у вас, что находится в конфликтах у вас. Поэтому доверие так сложно. То есть, знаете, да, вы вступили в отношения, находясь в определенной проблемном состоянии своем психологическом. И мужчина тоже. И стали, по сути, друг для друга костылями. Вот. Но костыли имеют свойство ломаться, к сожалению, и надоедать.
Я хочу понять его чувства и есть ли шанс на развитие. Ну, шанс на развитие есть всегда, но если вы будете себя так вести, как вы ведете себя сейчас, то шанс на развитие не будет. Или будет, но исключительно так, как хочет этого мужчина, понимаете? Вот. Понять его чувства мы вам не сможем помочь, потому что нам в ваших чувствах разобраться сначала. А вы хотите его чувства понять. В целом, вот это вот, этот ориентир на чувства другого человека, мне кажется, очень тревожным, потому что вам нужно разбираться в себе и лучше понимать и осознавать себя, а вы забудете тем, чтобы понять другого человека. Это ошибка, потому что другого человека понять очень сложно за счет того, что человек сам не всегда понимает своих действий, что очень говорит про просто пытаться его понять. Вот. Поэтому у меня есть ощущение, что вы с мужчиной пытаетесь реализовать что-то, что вы хотите. Но проблема в том, что то, чего вы хотите, это только ваша ответственность. Мужчина вам не обязан этого давать. И более того, пока вы считаете, что кто-то из мужчин должен вам это дать, пока вы ждете, у вас будет проблема в отношениях, на самом деле. Вот. На этом все. Постарайтесь обдумать все, что я сказал. Это все достаточно важно для вас. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится.